Итак, всем привет, дорогие мои ребятушки. С вами Тутенбалт, и как вы поняли, да, я возвращаюсь в ARK Survival Wolf, потому что сейчас еще скоро на него в ноябре выйдет обновление большое, глобальное, будет новое дополнение Existence, то есть в переводе «вымирание». Это будет новая карта, огромнейшая карта в арке, поэтому я, разумеется, тоже буду играть и снимать ее. А пока я решил вернуться в арк, меня вот приняли в хороший драйв, вот, с которым вы уже давно, наверное, знакомы. Еще из старых серий многих. Ну вот, короче, у меня есть такой квест, я должен восстановить на выжимке у них базу. Ну, чтобы там получить побольше доверия, ну, разумеется, старшего работника. Поэтому сегодня в этой серии мы будем восстанавливать эту самую базу. Ну и, разумеется, надеюсь, тебе будет весело. Ну что ж, погнали. Ну что, дорогие друзья, вот так вот я, в принципе, сейчас выгляжу на выжимке. Это уже мой костюм пополняется к вымиранию. Вы помните, у меня раньше был только главный убор, а сейчас у меня ботинки и штаны со скином вымирания. Поэтому я всей душой жду это дополнение. Так, ну так вот выглядит эта база железная на выжимке. Я вот ей уже тут пристраивал ворота, чтобы не было пусто. И тут вот у меня, разумеется, моя помощник, два животных. Так, надо будет покормить сегодня вечерком, а пока не буду этим заниматься. Пока надо нам добыть много металла и пройти потом уже с готовыми металлическими постройками сюда. А для этого мы сейчас пойдем на... Мы сейчас пойдем, короче, к нам на Рагнарёк, там где база одна есть, нафармлю там металла сам. Ну и буду восстанавливать потом эту нашу тут так называемую базу. Так, ну вот я, в принципе, и на нашей этой базе сейчас пару минуток и начну фармить металл. И еще хочу сказать то, что я теперь ролики записываю наперед, и они выходят по определенным датам. Поэтому комментарии, соответственно, может быть ваши, которые вы написали, видео будут немножко отставать. Ну вот, короче, как-то так. Сейчас уже буду добывать металл. Накрафчу стен железных. Потолок, не помню, нужен или нет, по-моему, надо фундамент точно железный. Ну и, в принципе, можем начинать. Так, вот и отправился я искать металл, пока его не вижу. Но, надеюсь, сейчас его тут надобываю. Так, нету. Металл — это дело хорошее. Его надо искать. Но найти-то его не так уж и просто. Особенно, когда я вернулся в игру недавно. И уже, можно сказать, совсем-то прям-таки не помню места. Прям четко, где находится металл, где что. Надо вот полетать, поискать. Ладно, вот хотя бы что-то нашел на горе, надо попробовать подобывать. Так, давай. Ну, в принципе, неплохо так добывает. Ну, ладно. Давай, садись. Так, вот еще тут металл. Как повезло-то, я хорошо поискал. Так, ладно, запомню для себя, значит, металл у нас тут находится на горе. Так, ладно, все остальное не нужно. Мне нужен только металл. Так. Забираю.
Где-то еще тут был. А, вот он. Метальчик. Так. Отлично. Едем дальше. А еще не будет, блин. Ну ладно. Так, ну уже так набрал. Надо еще бы металла. Я думаю, надеюсь, на меня там не обидится то, что я вот взял живку металл подобывать, но я же ее, разумеется, не потеряю, не проиграю ее же. Я аккуратно играю так. Так, спустить. Сколько тут металла-то? Вот. Не, ну я, конечно, привык на своей старой базе, когда вот помните нашу старую игру, у меня там была база на выжимке, мне там было как-то проще с металлом, потому что я знал то, что у горы у меня там весь металл, да хренище просто металла. И я вот так вот все и делал. Так, о, уже хорошо. Неплохо так насобирали. Надо еще только. Надо мне летать тут по всей округе металл искать. Так. Вот еще металл. Так, анкилозавр, не уходи. Так. Разворот. Давай. Ать. Все, красава. Прям с одного удара сносит, видишь? Какой могучий анкилозавр. Давай еще. Ну, давай. Найс вообще. Жаль то, что это не целые золотые куски металла, а просто... Просто хотелось бы найти... Прям такие побольше металла, потому что без металла у нас тут куда. Я сейчас летаю тут. Еле-еле его ищу. А это металл тут вот вижу. А, ну да, металл. Еще самое главное, какой металл. Так... Аргент вон пролетел, это мне не сильно нравится у нас. Ну да, он согрелся. Кто бы мог подумать. Да, сложно это. Давно я не сражался, конечно. Давай сюда лети. Я вас, блин, так и думал, то, что такая спринка все-таки не даст мне спокойно металл собрать и сагрить. Ладно. Ничего страшного, сейчас аргент подхилится. Так, а мы продолжим собирать металл. Я взял самого такого аргента, можно сказать, пустого, не забитого. Потому что... Зачем? Блин. Здравствуйте. Потому что зачем мне брать какого-то забитого аргента? Так, все, бери и гоним отсюда. В принципе, где-то еще тут может быть метальчик, но что-то тут много всякой опасной фигни. Ладно, как все сделаю, начну опять же съемку. Короче, друзья, вот что я решил. Смотрите,
если вот тут вот, например, так мало металла, почему бы мне его не добывать на выжимке? То есть большой минус, я не могу на выжимке добывать до хрена металла. Просто, ну точнее не то, что добывать, до хрена металла то добывать я там могу, но я не могу там много плавить металла. И в этом-то весь минус. Надо бы мне вот как-нибудь продумать всю эту тактику и так далее. Жаль то, что я уже лишился своей старой базы на выжимке. Я сейчас был просто в таких случаях я бы, может быть, и смог. А хрена металла надо добывать. По крайней мере, сейчас я не могу этого сделать. А что тут? Шарка гуляет. Странно. Ну, прикольно. Одобряю. Плавающий крокодил. Ну, в принципе, прикольно, чё. Жить все-таки. Прикольненько, так сказать. Так. А анкила у меня здесь. Чё у нас с промышленной плавильной в ней? До хрена бензина. Предлагаю бензин собрать его и засунуть в сейф, где там положено, и оставить в ней ну вот столько вот бензинчика. Так. Забирать ресурсы особо не люблю, лучше мне самому добывать все ресурсы и тратить их на благое дело. Даже как-то нехорошо. Так. Ну так, в принципе, может быть и нормально добыл, хотя этого, конечно же, мало. По сравнению с тем, сколько я добываю на выжимке. Может быть, мне лучше поплавить металлы на выжимке, а сюда пока не приходить. И, кстати, я считаю то, что надо будет сделать железные входные ворота, но пока я столько металла у меня нет, и надо металл пока тратить на восстановление базы на выжимке. А тут я не могу сейчас помочь с железной дверью. Так, ладно. А моя задача сейчас забрать анкилу, всех расставить по местам и продолжить видео, как сейчас вот уже все, разумеется, переплавлю и сделаю стеночки там и фундамент. Хотя, может быть, пока только стеночки. Ладно, вот я и сделал. В общей сложности, короче, получилось где-то у нас 26 железных стен. Это очень мало. Мне не нравится результат. Все-таки надо будет мне, наверное, добывать металл на выжимке, где я раньше его там добывал. И, короче, еще... Что сказать-то? Еще надо мне будет вечерком сегодня, наверное, когда зайду в игру, набрать цемента, потому что у нас тут вообще цемента нет. Весь кончился, это прям ужасно. Но я, короче, сейчас вот сажусь на своего жнеца и мы идем. Ну, разумеется, на своего жнеца, бегуна, которого мне дали, чтобы он мне помогал. Это не прям чисто мой жнец, а жнец, который мне помогает. Ладно, погнали искать, короче, сейчас синий обелиск и будем перемещаться отсюда. Мне раньше безумно нравилась карта Рагнарёк. Раньше как-то другие впечатления были на новые добавленные карты в этот кластер серверов, на котором я сейчас играю. Но сейчас как-то пока нет особого интереса. Большой интерес у меня сейчас в карте вымирания, которая еще не вышла. Очень уж хочется попробовать сыграть. Так, а ну-ка, может быть, гамму подрубит. Сейчас гамму. Не, все же подрублю. Ну-ка.
Так, ну, в принципе, так неплохо перемещаться на ножнице. Уже привык. Вообще, этот жнец — это мое спасение. Он меня уже не раз спасал, пока я играл. Он меня и на выжженке спасал, потому что пока я веду стройку, там до хрена всяких агросуществ, которые атакуют. Хорошо, что ворота поставят. Теперь хоть можно оставлять животных не в транспере. Но это тоже, я вам скажу, не очень было, когда я краба оставил в транспере и не успел вынуть. Это жестко. Я считаю, это ужасно даже. Потому что я вроде бы и не хотел, чтобы такое случилось, но такое случилось. Кто-то кецель тонил. Правда, не знаю, кто. Так. Уже даже вон систему помню. Бежим, в принципе, нормально. Главное на алозавров не нарываться, а то не любят на жнеца понападать. Сейчас, в принципе, сделаю стройку, и на этом можно заканчивать серию. Вообще, вскоре хочу делать серии более обширными и интересными. Например, какие-нибудь там походы, приручения там каких-нибудь существ, немножко. Ну и наконец-то, когда же выйдет Вымирание, уже побольше новых роликов вам снимать, чтобы вы, мои дорогие зрители, с любопытством смотрели. Я потому что что-то смотрел свои статистики на канале. Вам всем, чисто всем, нравился больше всего именно ARK Survival Wolf. От меня. Поэтому я думаю, сделал правильное решение, если решил его заново записывать. Тем более уж при таком раскладе. Так, вот этот мне не нравится. Тут мне не нравится. Надо как-то свернуть. Ой-ой-ой-ой-ой. Получил я по своему старому пукану. Опасненько, опасненько. На меня, наверное, сейчас бы столько собак согнали, то что как я сюда попал. Ну а вы что хотите? Я карты-то сейчас практически нормально и не видел. И сейчас у меня творится вот такая попа. Как мне сказали, сейчас тут идет война. Большая. Типа все против нашего трайба вот этого. Ну, если я вступил в этот трайб, я же, соответственно, считаюсь членом этого трайба. Поэтому... Почему, в принципе, и нет.
Вот у нас вот тут Алпин заходит. Интересно, как Женицу тут зад подпалили. В принципе, ему тут так нормально зад подпалили, нормально. Разумеется, я это, друзья, вырезать не буду. Я знаю то, что это мой косяк, и если меня сейчас смотрит, например, Alpine Gold, именно на этом моменте, я хочу сказать... Братан, извини, я старался не попасть под пули, но, видишь, случайно напоролся. Ну, я же сбежал, разумеется, из этого зада-то. Поэтому ты уж не ругайся на меня, ёбаный рот. Вот еще трайп. Мне что-то везет, вот мне в этой серии вот прям везет находить чужие трайбы. А как мне сказали, сейчас все трайбы враги. Хотя меня пусть и были рады видеть в этом кластере то, что круто тут импаут вернулся. Но то, что я вступлю в новый трайб, который сейчас со всеми почему-то враждует из-за конфликта. Я не знал то, что все будет так. И разумеется, мне сейчас самому стрёмно, я волнуюсь, я хочу нормально играть, как играл раньше. Я стараюсь оставлять о себе положительные только качества. И никакую живку я сливать не хочу. Настроили, блин, бас. То, что хрен видно. Взяли мне по жопе, пули не нашмаляли. Ну ладно, уже не суть. Я почти выбрался из этой задницы. И вообще, я считаю, лучше больше со жнецом для металла сюда приходить не буду на эту карту, потому что тут металл-то мне негде добывать. Я могу максимум сюда прийти со жнецом, чтобы вот цемента добыть своим сотрайбовцам, и все. А дальше жить на выжимке. Ну, точнее, оставлять жнеца на выжимке. Этот жнец-то, в принципе, и есть с выжженной земли. Ладно, ничего полезного тебе тут нет. Жаль. Ну да, в принципе, нормально все. Давай перемещаться. Ну а вы не переключайте. Так, ну в принципе, вот я и у нас тут. Жнеца можно спрятать. Больше не нужен. Пока. Так, надо бы здоровье поднабрать, а то что-то хреново совсем. А, у меня же еще тут есть металл, можно и тут еще сейчас будет поделать стен, если нужны. Так, а пока... Так. Ну, в принципе, со стенами так даже и неплохо, я бы сказал. Так, давай, побырому. Раз. Еще два. В принципе, нормально. Так, надо выйти. А то что-то плоховато становится. Жаль, этой хилки нет. Чем-то можно тут поправиться, если можно. А в принципе и ничем. Тут я вон тут сколько металла наделаю, тут на этом месте. Почему нельзя было мне, например, половину организовать вот тут бы? Но это опять же металл, ресурсы. Thank you.
Может, мне сейчас больше и не понадобится. Что-то я, может быть, и перебрал. А может, и не перебрал. Давай еще. Опа. Че? Тут все нормально. По-моему, задел везде, а ты как думаешь? Замек вот сюда. Вроде бы заделано и везде. Если где понадобится, то хранилище у меня вот тут есть. Сейф. Так. Теперь надо бы сделать... нам фундаментов железных. А где это делать, я знаю. Разумеется, вот тут. Я же все подготовил. Так, еще металлчик. А еще я успел своровать цемента, поэтому у нас особых трудностей сейчас не будет. Ну, разумеется, я воровал цемент у бобров. У кого ж еще? Не у людей же я цемент ворую. Так. Отличненько. Пока все идет как по маслу, ну почти. Почти по маслу. Так, цемента побольше. Так. Давай постройки. Металл. 27. Фига уже косарь металла. А сколько, кстати, надо на эту, на промышленную плавильню? Мне вот это вот больше всего интересует. Я просто, понимаешь, у меня уже особый интерес именно к этой базе на выжимке. Мне ее очень хочется восстановить и сделать активной. Потому что ее вот так вот забросили тут. О! А в принципе и немного металла-то надо, чтобы сделать нормальную промышленную плавильню. В принципе, и неплохо. С воротами бы я потом бы разобрался. На них надо чё? Так, огромные. Нормально, в принципе. Нормально. С воротами бы тоже потом разобрался. Поставил бы железный ворот, поскольку тег ворота я не могу сделать. И разрешения, разумеется, нет использовать тег материал. Поэтому как-то без них пока. Побегаем, подождем. Вот так вот у меня ноги, короче, подсвечиваются прикольно. Весь сияю, так сказать. Да и вообще особый интерес вот реально придает вот эта вот стройка, то что мне есть чем заняться, не тупо там добывать для трайба, а добывать и строить, добывать и улучшать. Так, вот уже почти у нас тут все завершилось, сейчас еще 7 фундаментов и можно в принципе начать стройку. Ну, справляюсь я, скажу вам так, быстро я справляюсь со своей задачей, и мне хочется очень ее закончить, еще улучшить это все. Так, давай еще. А, кстати, пока там делается, посмотрите, прикольно же смотрится.
Мне кажется, смотрится солидно так. С этим мечом еще скинул. Так, ладно. Цемент я раскидывать не буду. Не буду раскидывать цемент. Кстати, охренеть, но на чудо даже на Айленде остался мой потайной сейф, который был. Я даже помню, где я его оставил. Недавно приходил, он там есть. Я даже охренел от жизни так. Немножечко. О, офигеть, даже жары нет. Вот повезло. Хорошо-то как. Сижу себе, фундамент кладу. А, не, вот появилась вот где-то ближе сюда жара. Но фундамент класть это топовое задание. Отличное занятие. Так. Ага. Ой, блин, я испугался голода. Сейчас что-нибудь захаваю. Так. Ягодок может вот эти. Да, 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 ягодки. Да, блин, убери. А вот это уже интересно. Тут получается надо будет сносить ворота, а потом ставить железный фундамент. Ну разумеется, если уж сносить тут ворота, ну наверное, блин, я сделаю сначала какие-нибудь железные большие ворота, а потом уж все это дело-то снесу. Чё мне хрень-то мается? Так, давай, охладись. И вообще еще вопросик, смогут ли самые стены тут в этом всем деле меня как-то не жарить. Мне вот это вот больше всего интересует. Что тут вообще было и что тут произошло? Мне кажется, правильнее всего сюда вставлять не железный фундамент, а саманный, потому что тут печет, блин, как хрен знает что. Так, давай, терпи, мужик, еще немножко осталось. Давай, давай, клади фундамент. Так. Еще. По-быренькому. А сюда сможешь? Вот то, что сюда не может, это тоже вот хреново. Я бы сюда поставил. Ну не могу из-за ворот. Ну и хрен с этим, охренеть. А почему вот, смотри, почему вот тут вот не печет? Чё за фигня? Вот опять запекло, чё происходит? Ладно, вроде бы вот это вот все, что изнутри я заделал. Почти надо бы ворота потом железные поставить какие-нибудь. Что на базе в Рагнарке, что тут. Потом надо будет еще... внутри саман провожать, будет уже, в принципе, все прекрасно. Ну что ж, ван, дорогие друзья. С вами был Тутемпаут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте писать ваши комментарии. Ну что ж, дорогие друзья, всем удачи, всем пока.